Панкрат, сегодня ты обещал рассказать о самых главных правах человеков. Значит, дело было так. Когда после ужасов войны человеки договаривались о всех мирной конвенции, было очень много споров, потому что всем хотелось включить в нее как можно больше прав. Но потом обнаружилось, что это вовсе не так просто. Просто потому, что после войн и разрушений у них не было средств на то, чтобы каждому дать бесплатное образование и хорошую работу. Им бы супом беженцев накормить. А кроме того, оказалось, что чем больше прав, тем труднее их соблюдать и контролировать. Да? И как же они выкрутились? После яростных споров цивилизованные миры договорились о том, что надо выделить совсем немного прав, без которых человеки вообще не могут жить и нормально развиваться. Заметьте, не хорошо жить, не безбедно жить, а просто жить по-человечески. И в основную конвенцию включили, ну, самый базовый набор прав, без которых не обойтись никак. И которые действуют везде и для всех без исключения. А уже следующие конвенции или даже отдельные государства могут давать своим жителям любые дополнительные права. Так вот, первые четыре права таковы. Право на жизнь, запрет пыток, запрет рабства и право на свободу. Договорились, что именно эти четыре вещи базовые, потому что касаются самого человеческого тела. И без них человек вообще не может пользоваться никакими другими правами. Да уж, сложновато будет использовать право на образование, если ты убит. А что за право на жизнь? Получается, мне дали разрешение родиться? Видишь ли, поскольку права человеков обеспечивает государство, то речь в них идет о вертикальных отношениях, то есть об отношениях человека и власти. Так и получается, что на практике право на жизнь прежде всего означает право не быть убитым государством. Например, полицейский или солдат может носить оружие, но не может стрелять в человека без веской причины. То есть полицейский все-таки может стрелять в людей. Получается, что даже право на жизнь не безгранично? Именно так. В ситуации, когда террорист или бандит собирается напасть на людей, полицейский может в него стрелять и даже убить. Но затем уже суды, вплоть до всемирного, будут решать, было ли это действительно единственно возможной мерой. А право на свободу? Оно что, тоже ограничено? Конечно. Любого человека могут посадить в тюрьму, если он нарушает закон. Но если кого-то арестовали, то обязаны объяснить, почему. Соблюсти процедуры и дать возможность защититься перед независимым судом, который решит, правильно или нет, лишать человека свободы в данной ситуации. Ну ладно, про жизнь и свободу ясно. А что там с пытками и рабством? Запрет пыток, жестокого и бесчеловечного обращения означает, что в каких бы преступлениях тебя не подозревали представители власти, они не имеют права тебя пытать, добывая признание с помощью боли или унижений. И в любом случае государство не может сделать человека рабом и продать как вещь. И не должно позволять это делать другим. Ну что, понятно про первых четыре базовых права? Вроде все понятно, но я как-то по-другому себе это представлял. Ну, вроде как мы за все хорошее, каждый имеет право на жизнь и свободу, а тут сплошные правила и ограничения. А вот это и есть разница между прекрасной идеей и ее практическим воплощением. Как говорится, добро пожаловать в реальный мир!